Всем привет! С вами Ирина. В этом видео мы посмотрим корешки вот у этого башмачка. Мы не пересаживаем, я вам напоминаю, а мы просто достаем и быстренько смотрим корни, наличие корней, чтобы знать, в каком состоянии находится растение и как за ним ухаживать. Мы аккуратненько достаем быстренько из горшочка, смотрим корни и засовываем растение обратно в горшок. Ну и тут уже корешки есть, смотрите, все дно в корешках. Отлично, отлично, отлично. Здесь добавлен немного мох. Супер. Я растение слегка просушила перед тем, как их доставать из горшочка, так что теперь их можно смело полить. Я думаю, что каждый теперь видит, какие корни у этих башмачков. Я вам уже говорила, что мне кажется, что это растение отдельно от вот этих двух розеточек, потому что, во-первых, листик даже повернут в другую сторону. Вы видите, этот в одну сторону, этот в другую, этот в третью. Но я доставать ничего не хочу и не рекомендую никому этого делать. То есть, если вы купили вот такой вот башмачок и там несколько розеточек, старайтесь все-таки не делить растения. Я понимаю, что многие думают, что они купят растения на несколько розеточек. Вот я себе там разделю, там две продам, одну себе оставлю. Ребят, ну я не рекомендую этого делать. Почему? Потому что вы знаете, что башмачок из одной розетки цветет всего лишь один раз в своей жизни. И эта розеточка может давать дальше росты. Если вот эта розетка, к примеру, да, вот эта у нас процвела, и она дает вот эти росты, и если мы ее отсоединим, она уже не будет давать росты. То есть, по сути, это растение у нас будет стоять, но никакого сдвига, ни роста, ни цветения, ни молодых ростов у нас не будет. Поэтому, если вы купили даже одну розеточку, молодое растение, не нужно ничего с ним делать. Поверьте, придет время, растение подрастет. Цветение ждать у башмачков достаточно дольше, чем у фаленопсисов. Но в любом случае цветение будет. Так что, если вы покупаете на 2-3 розеточки, желательно их не делить, потому что вы никогда не знаете, какая розетка была первая, а какая последняя. Конечно, если это молодое растение, вот, то в принципе можно, но все-таки нежелательно. То есть, если вы получили в одном горшочке 2 или 3 роста, ну, пусть лучше так и будет. Лучше купить 2-3 растения, чем делить, и потом оно у вас будет стоять 2-3 года, и ни цветения, абсолютно ничего. Так что вот такие вот корешки у этого растения. Замечательные, замечательные корешки. Все, спасибо вам огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.